Территории за кинотеатром «Современник» сложно придумать определение. Кусты, трава, мусор – все здесь сплелось в непроходимую чащу. Благоустройство этот участок не знал десятилетия. А ведь это самый центр города. Наконец, жильцам близлежащих многоэтажек надоело ждать благоустройства. И они решили действовать, распоряжаться территорией по своему усмотрению. Самый простой способ воплотить это – организовать ТОС. В качестве декларации о намерениях еще не созданное самоуправление организовало субботник. Заросли выпилят, траву скосят, а после решат, как благоустроить участок. Жители хотели бы видеть здесь место для отдыха. Облагородить эту территорию, привести в порядок, создать не худший, а лучший сквер. Может быть, какие-то детские площадки, может быть, спортивные площадки, может быть, тренажерный какой-то такой комплекс. Чтобы все это было компактно, было уложено, чтобы жители наших домов могли прийти в свободное время и отдохнуть, и позаниматься, и пообщаться. Может быть, впоследствии проводить какие-то мероприятия, праздники на этой территории.